Чем коварно это заболевание, оно протекает крайне стремительно, и ребенок может потерять зубы буквально за несколько недель, а то и месяцев. Встречаются родители, которые считают, что молочные зубы, ничего страшного, если разрушатся, вырастут новые постоянные. Это достаточно дорогое заблуждение. Если у ребенка есть какой-то дефект, который виден другим детям, это может значительно ухудшить его социализацию в коллективе. Наш маленький человек, он абсолютно все понимает. И если ты говоришь, тебе не сделают больно, значит, есть уже причина насторожиться. Евгения Борисовна, добрый день. Здравствуйте. Очень часто можно услышать, что у современных детей быстро портятся зубы. Это так? Действительно, мы иногда наблюдаем, что у детей раннего возраста множественный кариес. И на самом деле это большая беда. Установить наличие каких-то проблем может только врач-специалист. А для родителей первый звоночек – это изменение цвета зубов, неприятный запах изо рта у ребенка и, конечно, жалобы. Это причина, по которой обязательно уже нужно явиться. А виной питание, газировки, вот сладкая еда или нет? Я хочу отметить, что кариес – это полиэтиологичное заболевание. Причин на самом деле очень много. Банальная неудовлетворительная гигиена, нарушение питания – это, конечно же, основная причина. Но есть еще ряд причин, которые должен устанавливать конкретно специалист и для каждого ребенка индивидуально. Все начинается с момента беременности матери. Неблагоприятные факторы являются наличие токсикоза у беременной матери, несбалансированное питание, недостаточное питание, то есть когда не хватало каких-то минералов и витаминов, особенно кальция и железа, продолжительные хронические заболевания у матери и также инфекционные. Что касается первого года жизни ребенка, здесь неблагоприятный фактор – это если наш ребенок проходил антибиотикотерапию. Конечно, наличие хронических заболеваний, эндокринных, которые влияют на состав слюны, сами инфекционные заболевания у ребенка – это, конечно, очень важно. Если мы все же говорим о питании, то какие продукты стоит исключить или, наоборот, добавить в рацион, чтобы зубы дольше сохранить здоровыми? Питание очень важную роль играет. Ребенку мы до 3 лет вообще рекомендуем воздержаться от сладкого или же свести его употребление к минимуму. Что касается самого рациона, он должен быть богат витаминами и минералами, особенно кальцием. И здесь, конечно, очень полезны кунжут, отруби, свежая зелень, молочные продукты, молоко, творог, твердые сорта сыра и бронзы. И, конечно, продукты, которые содержат фосфор. Это рыба, морепродукты, печень трески, свекла, морковь. Есть такой термин «бутылочный кариес». Что это такое? Бутылочный кариес – это действительно серьезная достаточно патология, которая, возможно, возникает у детей с момента прорезывания первого зуба. И здесь пусть вас не вводит в заблуждение название. Причина является не только кормление из бутылочки, но и обычное грудное вскармливание и ночное кормление, будь то соки, компоты, все, что содержит сахар. И чем коварно это заболевание, оно протекает крайне стремительно, и ребенок может потерять зубы буквально за несколько недель, а то и месяцев. В группе риска находятся дети недоношенные, дети, которые имеют хронические заболевания и, конечно, с неудовлетворительной гигиеной. В чем причина? Причина, прежде всего, например, если мы возьмем грудное молоко, там содержится лактоза. Лактоза, которая является благоприятной средой для развития бактерий, для их роста, которые в свою очередь выделяют органическую кислоту, разрушающую эмаль зубов. Ну и кроме прочего, эмаль зубов у детей, она крайне пористая, тонкая и еще совершенно незрелая, поэтому разрушение происходит очень быстро. Когда нужно впервые отвезти ребенка к стоматологу? Мы просим посещать стоматолога в первый год жизни, особенно когда прорезался первый зубик. Потом эти посещения должны быть не менее чем один раз в 6 месяцев. И это если у вашего ребенка совершенно нет никакого кариеса. Если есть кариес, даже пусть залеченный, то мы рекомендуем посещать один раз в 4 месяца. Но многие родители рассуждают так: зубы молочные, все равно выпадут, зачем лечить? Заблуждаются такие родители или нет?
К сожалению, да, встречаются родители, которые считают, что молочные зубы, ничего страшного, если разрушатся, вырастут новые постоянные. Это достаточно дорогое заблуждение в плане сохранения здоровья ребенка, потому что, прежде всего, молочные зубы, здоровые молочные зубы – это фундамент формирования здоровых постоянных зубов и здорового зубного ряда. Вторая причина, это, мне кажется, еще более важна, я хочу заметить, что любой патологический процесс, который происходит в зубах, это очаг хронической инфекции, которая, в принципе, может распространяться на все органы и вызвать заболевания и печени, и почек, и сердечно-сосудистой системы, и суставов, снизить общую резистентность организма. Ну и кроме того, если мы не будем лечить молочные зубы, мы их просто потеряем. Соответственно, формироваться будет неправильно прикус, лицевой скелет. И я уже не говорю об психологическом аспекте, когда если у ребенка есть какой-то дефект, который виден другим детям, это может значительно ухудшить его социализацию в коллективе. А вот как здоровые молочные или там нездоровые могут повлиять в дальнейшем на постоянный прикус, на качество этих зубов постоянно? Здесь мне хочется, наверное, привести несколько доводов. Молочные зубы сами по себе, они шире, и их корни широко расставлены. И как бы корни обнимают постоянный зуб. В случае, если мы не лечим кариес, процесс распространяется на пульпу, затем выходит в периапикальные ткани. Формируется воспалительный очаг, который в том числе может привести и к гибели постоянного зуба. При удалении молочного зуба у нас формируется пустота. Но мы прекрасно знаем, что наши челюсти развиваются активно только при наличии молочных зубов. Соответственно, нарушается активный рост челюсти, и когда прорезаются постоянные зубы, а они уже априори больше, чем молочные, соответственно, ему нет места в зубном ряду, и он прорезывается совершенно не в том месте, где он должен быть. Рядом стоящие зубы наклоняются в сторону дефектов, и, соответственно, вот вам и последующее ортодонтическое лечение. Как нужно ухаживать за полостью рта ребенка вот с момента появления того самого первого зуба? Немножко вас исправлю. Гигиена полости рта начинается не с появления первого зуба. Зубной налет, он образуется и покрывает слизистую оболочку полости рта ребенка и приводит в том числе к усугублению или развитию стоматитов. Поэтому с первых дней жизни начинается гигиена полости рта у наших детей. Для этого есть стерильные салфеточки, есть специальные зубные щетки для беззубых челюстей. С момента прорезывания первого молочного зуба у нас появляется первая зубная щетка у нашего ребенка. Даже скорее не у ребенка, а у его мамы. И здесь уже действительно ответственность родителей, которые некоторые рекомендуют контроль обязательный, каждодневный контроль родителей до 6 лет, но мы рекомендуем все-таки до 10 лет. После 3 лет должны появляться еще дополнительные средства гигиены, такая как, например, зубная нить. Чистку зубов мы проводим 2 раза в день, утром и вечером после еды. И до 3 лет это делает только мама или папа. Зубная нить, конечно, может появиться и до 3 лет, если, предположим, прорезались молочные зубки, и они стоят плотно. Как это делают? Дети кладут голову на колени родителей, и родители, соответственно, дальше уже применяют зубную нить. С 3 лет, когда уже наш ребенок более самостоятелен, он может сам делать одну чистку зубов. В основном мы рекомендуем, пусть это будет утренняя чистка. Вечером мама или папа чистят зубы. Но здесь немножечко я хочу подсказать. Пусть ваш ребенок сам выбирает зубную щетку, зубную пасту. Он будет причастен к этому. И вначале, конечно, наши дети не хотят чистить зубы, это понятно. Но здесь мы знаем правило 21 дня. Если мы каждый день будем повторять одни действия, это войдет в привычку. Ну и кроме того, нужно, чтобы родители были сами примером, потому что именно с нас наши дети берут пример. И если мама с папой чистят зубы, то
то ребенок обязательно будет чистить. Как облегчить обучение детей чистки зубов? Я рекомендую это делать в игровой форме. На самом деле сегодня продают очень много игрушек, и я рекомендую купить, наверное, зубную щетку для куклы или любой другой игрушки, и ребенку чистить зубы, а ребенок, соответственно, игрушки. Но, кроме того, в магазинах сети сегодня есть наборы врача-стоматолога, где ребенок может себя почувствовать настоящим доктором. Ну и, кроме этого, век цифровых технологий. Все пользуются смартфонами, и в телефонах есть бесплатные приложения, которые демонстрируют в игровой форме детям, как правильно чистить зубы. Ребенок под музыку со своим любимым героем вместе чистит зубы. Мне кажется, это достаточно интересно. Мое поколение вспоминает поход к стоматологу с ужасом. Что изменилось сейчас? Подходы, технологии и так далее. Мне кажется, что изменилось почти все. На самом деле, я хочу с гордостью сказать, что наша страна находится, наверное, в тренде мировых тенденций в плане стоматологии. Мы имеем доступ к самому современному и оборудованию. Мы используем и 3D-технологии, и цифровые технологии, и лазерные технологии. Все, в общем-то, доступно. Что касается средств и методов, на сегодняшний день их очень много. Мы даже используем атравматичные реставрации, когда минимально используются стоматологические машины. Кроме того, у нас есть целый арсенал средств, которые помогают нам предупредить развитие кариеса. Это не только средства, но и методы. Это различные и лаки, гели, контролируемая чистка зубов и герметизация зубов. Я хочу обратить на герметизацию зубов внимание, потому что прежде всего, герметизации подлежат шестые зубы. Это именно те зубы, которые мы теряем первыми в постоянном прикусе. И за счет того, что мы покрываем его герметиком, на самом деле статистика говорит, что в 70% случаев мы можем спасти эти зубы. А когда их можно покрывать герметиком? Сколько лет должно быть человеку? Это когда прорезается первый, шестой зуб. Но здесь нужно быть внимательным родителям, потому что именно шестые постоянные зубы им не предшествует выпадение молочного зуба. Это он прорезается без выпадения. Поэтому как только родители видят, что прорезались такие зубы, пожалуйста, обращайтесь к стоматологу, и он проведет такую процедуру. Ее рекомендуют делать как можно раньше. Как только зуб полностью прорезался, соответственно, показания к покрытию герметиком есть. А это на всю жизнь или на какое-то время? Это, конечно, временно, но вы же для этого и ходите раз в 6 месяцев, чтобы врач видел, сохранился герметик на зубах или нет, кому как повезет. Как уговорить ребенка пойти к стоматологу? Все равно же волнуются, боятся, особенно в таком 6-7 лет, когда уже понимают, что процедура такая может быть не очень приятной. Во-первых, прежде всего, опять-таки, мы начинаем с себя. Мне кажется, что нужно полностью, во-первых, исключить такой момент, что пойдем, там тебе не сделают больно. Но наш маленький человек, он абсолютно все понимает. И если ты говоришь, тебе не сделают больно, значит, есть уже причина насторожиться. Второй момент, конечно, мы просим, не надо рассказывать ребенку, что ему ничего не будут делать. Ребенку нужно говорить правду. И лучше пусть все расскажет сам специалист. Первые переходы, посещение стоматолога, это, во-первых, вообще не должно быть связано с лечением. Это знакомство. Врачу нужно завоевать доверие не только родителей, но и маленького пациента. И сегодня мы знакомим наших малышей с врачом. Он сам может подойти к стоматологической установке, сам может что-то потрогать, посмотреть. И если в первое посещение не закончится лечением, ничего страшного. На самом деле ребенок привыкает и понимает, что это не страшно. И у нас есть такой опыт. К нам очень много приходит детей из садов, школ, которые мы ведем уже много-много лет. И они своим родителям рассказывают, как это не страшно, как это интересно. И все правила личной гигиены тоже, в принципе, они транслируют уже абсолютно сами. Но сейчас многие клиники предлагают лечить зубы детям под наркозом. Во сне, можно сказать. А это действительно так безопасно? И в каких случаях показан именно такой наркоз?
У меня двоякое отношение к лечению под наркозом. Чтобы вы понимали, что такое наркоз, это действительно отсутствие сознания, это угнетение центральной нервной системы. И на сегодняшний день оно показано детям до 3 лет, которых нужно полечить, и мы с ними не договоримся. Это дети, у которых аллергологический статус нарушен, и дети-инвалиды. Но до недавнего времени считалось, что наркоз имеет негативное влияние на центральную нервную систему. Сегодня статистика говорит о том, что он безопасен. Но я хочу предупредить, любое медицинское вмешательство имеет свои риски и имеет свои последствия. И поэтому, пожалуйста, если вы не использовали все возможное для того, чтобы ваш ребенок пролечился без наркоза, все-таки мы рекомендуем лечиться без него. Взрослые люди после удаления зубов там, либо имплантируют зубы, либо носят протезы. А когда удаляют зубы детям постоянные, как поступают в таких случаях? Будь то постоянные или молочные зубы, наша основная задача – это сохранить место для прорезывания постоянных зубов, для того, чтобы предотвратить любые нарушения прикуса и, соответственно, лицевого скелета. Но я хочу здесь заметить, то, что касается молочных зубов, это идет профилактическое протезирование при помощи распорок или временных ортодонтических пластинок. Что такое распорка? Это кольцо на зуб, которое одевается на соседний с отсутствующим, и от него отходит лапка. Такой протез не меняется, потому что он не затрудняет прорезывание постоянного зуба. И рекомендуется он, когда у нас отсутствует один зуб. Если у нас отсутствует 2 или несколько зубов, то есть это уже идет профилактическая пластинка, которая удерживает место. И такую пластинку нужно менять через 10-12 месяцев. Что касается постоянных зубов, здесь я вам сразу однозначно скажу, что речь об имплантах вообще не идет, потому что установка их возможна только когда закончен рост челюстей. Опять-таки, но без протезирования ни в коем случае нельзя. И здесь тоже пойдет ортодонтическая пластинка. В случае отсутствия зубов обязательно обращаться нужно к врачу-стоматологу-ортодонту. Есть ли какие-то специфические именно детские стоматологические болезни, которых у взрослых не бывает? Знаете, мне хочется отметить, лично для меня все детские заболевания, начиная от кариеса, они крайне специфичны. Отличаются и средства, и методы, которыми мы лечим. Я хочу, чтобы мы понимали, что лечение детей, оно кардинально отличается от лечения взрослых. И, конечно, специфические заболевания есть. Как пример могу привести, это заболевание слизистой оболочки полости рта, ну, например, автобеднара. Патология, которая формируется у детей до 3 лет, находящихся на грудном вскармливании, это эрозивное повреждение слизистой, которое обязательно нужно лечить. Ну и банальная киста прорезывания, которую мы понимаем, у взрослого быть не может. Кстати, когда режутся зубы, что бы вы посоветовали родителям, которые столкнулись с такой неизбежной, неприятной вещью? Я им хочу посоветовать только терпение на самом деле, потому что это физиологический процесс, он пройдет. Конечно, есть гели, которые снимают болезненность при прорезывании, но, честно говоря, они не очень эффективны. Все равно зуды, неприятные ощущения у ребенка, они постоянны. А как зубную пасту выбрать правильно? Такое разнообразие сейчас. По выбору зубной пасты мне бы хотелось отметить, мы должны понимать, что входит в состав зубной пасты. Прежде всего, это, например, абразивные вещества. Абразивность паст у детей должна быть минимальна. Так как эмаль у них тонкая, пористая, мы ее должны сохранить. Поэтому детям до 2 лет вообще абразивность до 20 условных единиц, затем до 6 лет не более 50 условных единиц. И смотрите, самый эффективный и мягкий абразив – это диоксид кремния или диоксид титана.
Что касается фторидов в пасте, и заметьте, я говорю фторидов, очень хочется отметить, что сегодня в сети интернет очень много вбросов о том, что фтор вреден. Да, действительно, когда говорят о фторе, мы понимаем, что это ядовитый газ. Но я хочу привести пример, и, наверное, он просто легок для понимания, что такое соль. Натрий хлор. Хлор – ядовитый газ. Но мы все понимаем, насколько нужна соль в нашей жизни, потому что она из органического состава. То же самое мы рекомендуем по фторидам. В зубные пасты входят фториды олафлюр, аминофторид, которые имеют органический состав. И он крайне необходим нашим детям, потому что именно фториды укрепляют эмаль и профилактируют кариес. Поэтому для детей до 2 лет содержание фторидов на органической основе должно содержаться в концентрации где-то 1000 ppm. После 6 лет это 1450 ppm. Обязательно должно быть. Кроме того, в детские пасты входят полезные вещества. Тоже обращайте внимание, это молочные ферменты, лактоферин, лактопероксидаза, лизоцим. Они повышают резистентность организма малыша и способствуют улучшению свойств слюны. Кроме того, в части паст входит белок-протеин, казеин, который позволяет более активно накапливать кальций. Но прежде всего я хочу сказать, роль паст, она сильно преувеличена. На самом деле самое главное – качественно чистить зубы. И если мы используем правильные методики, которыми обучит вас именно врач, он подберет под вашего ребенка способ чистки зубов. Именно тогда вы можете быть уверены, что сделали все, чтобы предотвратить развитие кариеса у вашего ребенка. А на что обратить внимание при выборе зубной щетки? Тоже разнообразие такое большое сейчас. Зубная щетка, ну, во-первых, она должна быть в зависимости от возраста. То есть эта градация, она уже определена на упаковке. А второй момент, головка должна быть небольшая, не больше, чем 1,5 зуба. Для ребенка до 3 лет ручка должна быть широкая, удобная, чтобы он ее держал. Ну и, конечно, она должна быть средней жесткости. Играют роль, из чего ворсинки, какой они высоты и так далее, или нет? В принципе, вы не выбираете величину ворсинок. Мы рекомендуем синтетические ворсинки, потому что в натуральных есть поры, в которые может забиваться и развиваться микрофлора, поэтому синтетические зубные щетки должны быть. Ну и смотрите, обязательно все-таки сроки годности у них тоже есть. Вы сказали, что после 3 лет можно вводить уже зубную нить. Но сейчас много различных вспомогательных вещей, там ёршики есть, ирригаторы и так далее. Когда и этими вещами нужно пользоваться, и нужно ли вообще ребенку такое? Нашим детям нужно все. Скажем так, основные средства гигиены – это зубная щетка и зубная паста. Дополнительные и ёршики, и зубные нити, и ирригаторы – они имеют право быть, но никто из них не взаимозаменяем. Что касается зубной нити, мы уже говорили о том, что с 3 лет начинается их применение приблизительно, ну и в 6-9 – это вообще незаменимая вещь, потому что именно в силу физиологических процессов, того, что молочный прикус меняется постоянным, у детей наблюдается скученность зубов, и, соответственно, качественной чистки без зубной нити вообще не получится. С 10 лет это постоянный аксессуар, который должен появиться у наших детей, потому что здесь очень важно его иметь, потому что контактный кариес – это действительно проблема. Диагностировать его достаточно сложно, и он в основном приводит к осложненному кариесу и к объемной потере тканей зуба. Вот вы сказали про скученность зубов. Может быть, я ошибаюсь, это личное наблюдение. Такое ощущение, что чаще сейчас стали встречаться дети, у которых вот прям есть вопросы, ну, визуальные, по крайней мере. Знаете, мне кажется, что
просто мы стали больше обращать внимание. В современных реалиях иметь проблемы с прикусом, это, мне кажется, уже как-то даже неправильно, потому что доступ к стоматологической помощи, доступ к ортодонтической помощи у нас в реальности обеспечен. И каждый из родителей, да и дети, хотят иметь действительно красивую улыбку, улыбаться во все свои 32 зуба. И действительно мы понимаем, насколько важно, когда наш ребенок раскрепощен. И родители, наверное, стараются сделать все, чтобы у нас был зубной ряд, можно сказать, голливудский. Это правильно. Евгения Борисовна, спасибо за интересный разговор.